Текс. День добрый, молодые люди. Давайте посмотрим чутка матча приколдесного. Здесь у нас Ember Spirit, и это Smurf аккаунт, где даже несмотря на то, что Smurf 13 ранг и получается грандмастер. Так, начинается небольшая драчка. У нас здесь накидывают дэмэджа, пробивают там тем временем гламура. Гламурчик там чутка получает по лицу, но то такое. Так вот, вообще, кто у нас тут играет на ком? Данный матч у нас такой весьма-весьма должен быть жестенький и классненький. И получается, на Эмбере играет у нас BZM. Божедар Богданов решил поиграть на своем коронном герое. Как видим, ну, подписано, что это якобы Смурф. А, нет, прошу прощения. Я ошибся, я не того смотрел. Это не Смурф аккаунт, это как раз основной аккаунт BZM. Все, тогда сорянчик. Короче, надеюсь, будет классный кат. Надеюсь на ваш фидбэк. Лайк, подписка, колокольчик. За это огромнейшее спасибо, кто может поставить лайк, подписку, колокольчик. Ну и также, когда данное видео наберет 100 лайков, я разыграю шмотку качества Immortal за комментарий из трех слов. Лайк, подписка получается, так что подпишись, не ленись. Всем приятного просмотра. Смотрю, что по статистике 81% это люди, которые не подписаны на канал. А это как бы неприятненько. Хотелось бы, чтобы было больше людей подписано, кто смотрит данные видосики. Так вот, Ember Spirit против Queen of Pain. Такая, в принципе, весьма стандартная, обычная, обыденная линия в центре. Потому что так мы часто видим, видим лайнап. Такой частенько выбирается. В матчах Ember Spirit у нас качался я фесты, взялся также еще и флэнгвард. В принципе, фестами будет крепочков подконтролировать при помощи флэнгварда. Также будет подфармливать, плюс также можно будет еще дэмэджа внести по Queen of Pain. Так, давайте крипстат откроем. Так, по поводу патча. В патче, что было у Ember Spirit, давайте пройдемся. Первый спел, ну, заодно пройдемся по спелам, потому что, опять-таки, формат ролика, он такой, что нужно и по спелам проходиться. Так, герой пускает горящие бола, которые удерживают врагов на месте. То есть вы накладываете на них, ну, оцепенение, по сути, привязку. Длительность до 3 секунд при максимальном уровне прокачки. Урон в секунду 110. Число жертв 3. Кулдаун 10 секунд на максимальном уровне прокачки. Ну и получается, что в патче увеличили расход маны на ранних левелах. А потом как раз расход маны чутка проседает. Ну точнее, прошу прощения, не проседает, в смысле уравнивается, я имел в виду. До 110 единиц. Так, фисты. Фисты в патче у нас тоже чутка потрохали. Потрогали. Расход маны изменен с 65, и он краски теперь меняется. То есть на вот первом левеле маны чуть меньше требуется, но потом будет больше. Ну, такое. Так, перезарядка увеличена с 12. То есть на каждом уровне по секунде перезарядка была увеличена. Вообще, это что такое? Это у нас фисты, можно ими распрыгиваться, вносить дэмэдж по юниту, которых ты задеваешь. Плюс также еще срабатывают эффекты атак, которые имеются у Ember Spirit. Плюс также фистами можно еще и там в теории в лес прыгнуть и чины накинуть на противника, либо там куда-то дальше вперед прыгнуть и чины накинуть на противника. Плюс также фистами можно уворачиваться от спылов оппонента. Допустим, против Queen of Pain можно будет там какие-то спылы подожить. Да и в целом, как бы, то, что у вас летит, можно при помощи фистов задоджить там условно, или летит, или что-то в землю кастуется, что-то там, не знаю, или Шрак, допустим, запускает свой стан, там, или копает Леон, или копает Никс, или копает Сэнкинг, в общем, понятно. Так, что у нас тут по поводу Флеймгварда? Ну, это защитный барьер, он вносит дэмэдж 45 при максимальном уровне прокачки и также поглощает 75 урона, который получает магией Ember Spirit. Кулдаун 35 секунд всегда. Так, и что по патчу? Тут как раз немного изменений у нас коснулось как раз-таки именно флэмгварда. Урон в секунду уменьшен на флэмгварде на 5 за каждый уровень прокачки. Больше не является врожденной способностью и не имеет пассивного компонента. Кстати, было такое, что это было врожденной способностью. Длительность изменена. Стала она чуть меньше на ранних, потом такая же остается. Урон в секунду изменен. Урон в секунду стал меньше на 5 единиц. И здоровье барьера изменено. Барьер у нас стал чуть мощнее на вот равных левелах. Так, и потом ультимативную мы с вами уже посмотрим, когда она появится. По поводу аспекта и врожденного таланта. Врожденный талант — это у нас Immolation. Герой постоянно горит, каждую секунду наносит урон врагам поблизости. И вот краски в патче там тоже были какие-то большие балансировки этого нового врожденного спыла. Так, в крайнем патче теперь отрицательный эффект наносит периодический урон, пропадает без задержки, и урон в секунду был уменьшен. Ну, этого молодого человека. И улучшается еще с огненным шардом. Получается, данный спел увеличивает урон и радиус горения, а также дает горение копиям героя. Прикольно, кстати, то, что дает копиям героя.
Ну вот как-то так. А, да. И вот последний момент у нас аспект. Это аспект у нас на фисты, когда этой способности... Этой способности попадают хотя бы по двум врагам, герой атакует ближайшего из них еще один раз. То есть вот такой вот прикольный тоже момент для проберстывания урона, скажем так. Ну, нормальная тема. Так, ну что, по данному матчу опять-таки давайте пройдемся. Там у нас, кстати, Ватсон играет, тоже, кстати, грандмастер. У нас в этом матче два грандмастера. Вообще, в плане драфта неплохо смотрится Эмбер против ТБ, потому что у Эмбера очень много магического дэмэджа, может он неплохо ТБ подразмять, и, в принципе, выглядит это весьма-весьма боеспособно, как по мне. Поэтому за таким будет интересно и приятно понаблюдать, как он будет вообще там ему дэмэдж раздавать. Как он в лете с ним сыграет. Вообще, против Эмбера было бы неплохо добирать контроля. Контроль, в принципе, имеется у парней из команды справа. Есть чем его подцепить, поэтому будем тоже посмотреть, как будет играть. В этом матче у нас есть, конечно же, Muppet Master. Естественно, его взяли. Герой... Ой, Muppet Master, Link Master, прошу прощения. Muppet Master, это у нас такие были слухи, чтобы его так называть. Чины их, кстати, неплохо подспел кинов ПН, пытается ее размять. Там есть еще один реминантик, но реминант закидывать пока не хочет, потому что ждет прыжка от оппонента. Есть в это время у нас еще прокликивание кнопочек от кинов ПН. Даже выдропливает себя шмотки, чтобы было максимально много лечения от Fairy Fire. Но это его не спасает. Отличная игра от Эмбера, отличная душка от Безиема. Получается, в миду развалил, кабинет поломал. И еще и надыбал себе руну дабл дэмэджа, дает вард своему тиммейту, что, потому что ставить вард в центре будет слишком палевно. Сразу поймут, что он вард поставил. Кстати, а возможно, это еще был байт. Потому что в теории там Рубик прокликал Эмбера. Рубик знал, что у Эмбера есть вард. И сейчас Рубик подумает, что Эмбер его поставил. Тут хлоп, и вард как раз находится у Лешего. То есть, если там чутка не досмотрели дайеры, то сейчас можно будет их развести на том, у кого же находится данный, ну, данный бонус. Так что прикольно. С этим можно поиграть. В это время падает рыжуха. Разваливается у нас поэтому. Windranger отправляется в таверну. Ну, окей. Так, там Мэнчстейр еще ставится для Эмбер Спирита. И пошел попутно. Он еще проверяет территорию оппонента. Было бы неплохо погангать с этим дабл дэмэджем. Но он находит тут, ну, небольшие стаки. Всего лишь двойной стак. Но, как бы, тоже приятно. Чего бы нет. Опа. Здравствуйте. Клопа решила, не знаю, то ли курьером он подвозил к себе шмотку, то... А, ну да, подвозил. Я что-то думал, что он просто курьером проверяет, где он находится, но... Это была подвозка шмоточки, и вообще Клопа как-то в дабл дэмэдж прыгает слишком уж борзо. Ну, лип на хайграунд. То есть, подожди, странно, что сделал? Только что тут был его курьер, и Эмбер душ до конца прыгает и убивает. Вопрос есть небольшой у меня к Queen of Pain. Какого хера это было? Потому что в этом не было никакого смысла. Типа, ты подводишь курьера, замечаешь, что курьер как бы... Ну, получает по щам, и ты прыгаешь туда с прыжка, чтобы что? Очень странное решение от копы. Ну и две смерти уже у Queen of Pain в центре, и это прям очень приятный бонус для имбиря. Имбирь имеет уже 4200, имбирь прям разгоняется вперед. Ну и промиссия молнии. Молния в целом это стандартный айтем для этого героя. Потом можно будет улучшить его в Glade Mir, но опять-таки молния еще хороша тем, что молния это предмет против Террорблейда. А ТБ нужно пробивать именно молниями, потому что дэмэдж по иллюзиям, плюс еще дэмэдж магический, а у него там армора много, поэтому нужно именно магией пробивать его, нужно бёрстить, нужно уничтожать. Эмбер полетел, Эмбер душит Queen of Pain, Клопа, конечно, да, постучал клешнями по центру, и опять упал в таверну, третья смерть для Клопы, там просто байбек, ой, байбек, просто дай после возрождения постоянный. О, здорово, рух на регенерации. Подвозится для Эмбер Спирита. Вот это, я понимаю, подгоночка произошла для этого молодого человека. Прыгает в это время ТБ. Так, Эмбру нужно поиграть осторожно. Прыгает на регенерацию. Реген забрал. Сейчас главное переждать окончание дэмэджа. И сразу под регеном внести дэмэджа по противнику. Есть дэмэдж по рингмастеру. Рингмастер подгорает. Это минус. И еще один фраг для Леш Рака. Кстати, по поводу Лешего. Леш в этом матче тоже очень неплохо смотрится. Потому что Леш у нас герой, который был пикнут против, против ТБ. И в ТБ Леш тоже может неплохо дэмэджа подраздать по итогу, поэтому тоже выглядит весьма-весьма перспективненько данный персонаж. Мне нравится это решение, нравится данный выбор. Звучит хорошечненько. Ну классно. В принципе, нормально все выглядит. Играбельно. Это хорошо. Так, по поводу артефактов. Мы тут прошли. Давайте, кстати, посмотрим вообще, кто у нас в этом матче играет из профессионала. Вот то, что ты повтыкал. Тут у нас есть Ватсон, тут у нас есть Скоулфилд. И все. Как бы по игрокам ничего не вижу. По поводу, кстати, ранга Queen of Pain, Клопа так-то не этот, не прям... Ну, точнее, не то, что не прям, а вообще не донышко. Там ранг 130 у него. Так что в Dota 2 он точно умеет играть. Просто вот немножко в центре не пошло. Все-таки в центре тут его поднапрягает его противник.
и вывозить противника, пока у него там трудно получается. Мощный. Мощный молодой человек на центральном коридоре у нас оказался. Не так просто с ним справляться, как мы видим. Так. Кстати, по поводу вингивинга, у нас тут корпозиция, если что. Посмотрим, насколько он будет эффективный. Вообще, в принципе, в плане подбафов своего Эмбера должен... Ой, Эмбера. Своего ТБ должен быть весьма-весьма неплох. Так, я проверяю, все ли нормально с записью. Так, запись работает, все хорошо. Кстати, не забывайте лайк поставить, а то как бы лайк, лайк, подписка, комментарий, это прям максимально нужно. И пишите, какого героя записать. Кстати, я видел комментарии, что писали записать героя Void Spirit в планах. В планах, в поисках ищу какой-то классный матч, где был бы Void Spirit. Поэтому как только появится какая-то хорошая катка с Void Spirit, я ее запишу. Так что я как бы услышал, я промониторил, я записал. А потом напоминалку себе такой видосик вам организовать. Поэтому будет сделано. Так, пока себе не подвозит пирсик, копье. Пока без джавелина играет у нас здесь Эмбер Спирит. И, кстати, Рубик пытается тут его пока подразмять. Распрыгивается имбирь. Спасненько играет. Кстати, у него есть телепортация на базу, поэтому можно будет, в принципе, помочь реминанта. Это забудете, и как же он играет? Опасно-то! О-хо-хо-хо! Повезло, повезло. На тоненького. Так вот, в плане абуза, какой есть абуз в плане телепортации, да все, в принципе, довольно-таки просто. Можно оставить реминант под линию и просто уйти на базу телепортации, и потом прыгнуть на свой реминант. Да, по поводу ультимативной, как она работает, вы запускаете реминант вперед, он имеет 3 заряда, базовое время восстановления 35 секунд, урон от взрыва 300 при максимальном уровне прокачки. Ну и, в принципе, также усиляется еще гонимом. Ой-ой-ой, там вкусно как! Иди сюда, родной! Залетает ДПСик, выбивает еще двух героев и даблкил зарабатывает себе тем временем Эмбер Спирит. Короче, можно использовать и для инициации, можно использовать и для, ну, быстрого перемещения по карте, можно использовать для быстрого восстановления с фонтана, можно использовать для, ну, того, чтобы от чего-то увернуться. Опять-таки, можно отпрыгнуть далеко куда-то на реминант, а можно также на реминант отпрыгнуть куда-нибудь в близкую позицию. То есть, если вас начинают бить, там вас запускает какой-то таргетный спелл, вы можете во время прыжка, как шторм это делает, например, ну, к примеру, можно увернуться от вражеских ударов. Поэтому, как бы, вот такие вот моменты тоже стоит использовать. Это, как бы, крайне важно. Вот такие вот дела. Так, ну что, фарм-фармёшка, крип-долбёжка у нас продолжается дальше. Продолжает потихоньку парня наигрывать данный киберспорт. Так, хорошо, хорошо. Ганга так и пошла. Так, по поводу, кстати, лесной шмотки, падает ему тоже копье. Уже будет как сказать, кто там спину дамажить. В принципе, хороший бонус. Это плюс 200 маны. Мана Эмберу нужна, как мы видим, потому что он, в принципе, много кто пока нажимает. Запускается стан у нас от винги, набивает дамажа в сторону вражеского лешего. Но вингу тут убивают. Винга — это кор позиции, поэтому это очень приятный фраг. Свап его тут не спасает, понятное дело. Такой микросвап как бы ничего не решает. Эти микродействия, микросвапы. Это все фигня. Это вообще не важно. 7300 фарму, Эмбера 603. Ну, нормально так. Безем хорош. Готовится потихоньку к предстоящим матчам за International. Отход инта. У нас уже скоро начинается International. Посмотрим, будут ли у нас стримы происходить. Потому что, опять-таки, непонятно, как будет по электропитанию. Это раз. Во-вторых, надо будет посмотреть, насколько канал живой. Вообще, стоит ли стримить матчи инта? Или ну его нафиг? Или посмотреть инт? Хотя, в самом деле, как бы я... Ну, за сколько лет уже? За 9 лет. Да 8. Ни разу не было ситуации, чтобы я International не стримил, по-моему. Вот всегда я стримил International. Ни разу не пропускал. Было, что я пропускал мажоры, когда канал забанили, вот это, в марте. Ну да, тогда я не стримил. Такого, а так, чтобы ин пропускать, такого не было. Ну блин, надо ин постримить. Ну как, это же International, как можно ин пропускать? Сейчас у нас ин будет в Стокгольме, да? То есть это будет по Европе. Этой... Пивничной. Поэтому там по расписанию будет все весьма комфортно. То есть матчи на инте будут начинаться, наверное, там около, ну, 12 плюс-минус. А заканчиваться будет там, ну, типа в 9 вечера, в 10. Поэтому, в принципе, график инта будет хороший. Можно будет нормально как бы и выспаться, и посмотреть, и покайфовать.
Ах, будет обстановка по кайфу. Так, сори. Я чутка раздевался. Под кондюром сижу, надуло. Так вот. Так, по поводу Эмбера, опять-таки. Приятный спелл, что дает ему еще... Ой, не спелл, в смысле предмет. А что дает ему еще данное копье? Так, можешь просто меньше кликать. Так. Орудие рыцаря также может атаковать спину. И наносит 20 урона больше и замедляет его на процентаж в зависимости от его типа атаки. Ну, нормальная тема, потому что, в принципе, Эмбер как бы часто загоняет по сути героя. То есть, когда Эмбер будет прыгать фистами, а противник будет пытаться от него убегать, то тогда Эмбер будет его продамаживать спину, и тогда он будет ему спину дэмэдж носить, получается. Поэтому звучит это, в принципе, ну, приятно. Правильно? Звучит это довольно-таки неплохо. Так, это может быть весьма эффективно использовать. Так вот, а что дальше? Нападение пошло у нас в это на Кейн оф Пейн. Тут было неприятно, как понимаю, что такую битву принимать ему тут не стоит, иначе могут ему тут неплохо кабинетик подразбить, поэтому лучше побыстрее отойти от этого на место. Запускай, там еще дополнительные подвязочки. Подвязки полетели. Есть там еще парочка плюханцев противника. Есть у нас в это время уничтожение еще одного. Ну и запускается дэмэдж у нас в сторону команды Рейдентов. Набивает дэмэдж по Кейн оф Пейн. Клупа выгребает, клупа минус. Также падает еще у нас и мистер на Лэш ракет. Волки этого тоже, сюда иди, родной, хорош, и Винга пока только выживает в этом файте, но за ней уже выехали, уже пингуют, где она находится, при этом помчался Эмбер у нас пока на свои ревенанты, распрыгивается, пытается найти, прыжки, фисты в лес, но нет, все-таки Винга успевает увернуться от возможной прочуханки в этом файте, все-таки отступает и не нафидел он по итогу в данной игровой ситуации, ну вот так вот, как-то вот так вот получилось. Так. Ну, абуз, еще одного ботла. Почему бы и нет, в принципе. Когда можно ботл забудить, почему бы его не забудить, даже учитывая то, что тут появляется рудное ускорение. И казалось бы, ботл также тоже можно было бы восстановить, но лучше это делать максимально эффективно. Чтобы максимально много бонусов себе тут сразу организовать, правильно? И все. Ну и по кайфу. Ну и круто, ну и хорошо. Давайте еще продолжаем. Аганим, кстати, приобретает в это время себе Вингам. Ну, Аганим на Винге работает как и раньше, создает ей иллюзию после смерти. Но опять-таки, играть в корпозиции, когда ты просто, ну, как бы играешь для того, чтобы сдохнуть, и у тебя была иллюзия боевая, которая будет мощнее, чем ты, ну хз. Даблкилл. Два героя падают для Леш Рака и поддавливают центральную линию игроки команды Radiant. 10 тысяч Торса, кстати, первый, кто в этом матче десятку пробивает, это у нас Эмбер Спирит. Честь ему и хвала, молодец. Нападает в время на Вингу. Винга у нас агонимная, поэтому сейчас нужно будет убивать ее аж два раза. Ну, как бы, пофиг, в принципе. Можно и два раза ее поджигать. Хотя, опять-таки, добивать иллюзию, но это не очень эффективно, потому что, как бы, а чё ты получаешь с этого? Хотя ты убил ее полноценно, но ценой лешего. Ну, такое, опять-таки. Возможно, как бы, добивать эту иллюзию и не надо было, потому что, как бы, а нахера? Нахера она нужна? Чтобы шо? Чтобы ничего. Ладно, убили. Сделали и сделали. Есть. Пускай будет. Так, вообще было бы неплохо Эмбру купить ПКБшку. В этом матче ПКБшка была бы хороша, но также еще что-нибудь такое интересное здорово придумать, пока себе он ставит Октарин в сборку. Вообще посмотрим. Эмбру у нас герой такой весьма универсальный в плане сборок. Опа, пошла у нас в это время первая ультимативная от Рингмастера, по крайней мере на нашем мониторе. Нападает наверху в РК минус. Эмбру Спирит подлетает, запускает свои прыжки, распрыгивается и не добивает ТБ, но уже после подсейва от Рингмастера ТБ получается уничтожить, нападает на Вингу, Винга пытается жить, выживает, но и неплохо мстят Радианты за убийство своих тиммейтов и наказывает прям плотничком, наказывает команду дайеров, и это еще один фраг. Нормально, но Винга все-таки посмертно тоже успевает дэмэдж подвести и пробивает с Колфилда. Пока вот так вот. Так, ну хорошо, прикольно. Так, по поводу, кстати, этих талантов. Мы совсем с вами забыли поговорить. На 10 левеле таланты пропускаются, и на 10 там урон, и также... Барьер можно будет свой прокачать на 10 левеле, но, как видим, этот талант был не интересен Безиему. Ну и на 15 левеле себе он выбирает урон в секунду от флеймгуарда. Ну, в целом, тоже звучит логичнее, чем одна секунда оцепенения, но, как бы, секунда, как бы, она немного решает, тем более там есть чем снять, и как-то не очень это и нужно. Это цепенение, там в теории может быть телекинез, может быть, ну, телекинез Рубика Аганим Шардовый, там может быть подсейв Рингмастер при помощи его бокса, там может быть свап Финги, там может ТБ нажать Манту, которая скоро появится, поэтому, как бы, ну, а нафига она надо, правильно? Правильно. Можно и без этого обойтись.
Так, по крипочкам, кстати, тоже классно идет Ember Spirit. 155 крипов он в этом матче успел уже оприходовать. И это топ-2 на карте. У нас только лишь ВРК имеет больше по крипочкам, нежели Ember Spirit. Ну, Ember уже смещается под центральную линию. Опять-таки, герой максимально активный, поэтому нужно к файтам подключаться. Тем более, учитывая то, что у него такой хороший старт. Глефнир уже полетел, пытается с дистанции пока поиграть и не рискует Ember Spirit. Убивает еще одного, Godlike уже оприходован, наваливает дэмэджи и набивает. Тут Ватсон, Ватсон по итогу отпалится верно, прыгивает дальше, убивает еще и Венгу. Венга упала, есть уничтожение уже. Вот Эмбера, он уже как боженька играет, но без ЕМ, божий дар Богдану, чего вы ожидали от него? Он играет как боженька в Дотку 2, просто разваливает своего оппонента и не позволяет даже продохнуть, подышать не дает своему противнику в этом матче. Винга пока пытается сражаться, прикольно, зигзаг поворот был от Эмбера, но Эмбера убивают, ай-яй-яй, божедар подбит, к сожалению, был здесь, и он отправляется в таверну. Эх, досадно-то получается, 24-19 и 7000 голды себе зарабатывают парни из команды Дайров. Ну, Эмбер заигрался, далеко пошел. Уже слишком йоло начали играть парни с команды Renegade. Нужно немножко все-таки охладить свое трахание, потому что это перебор, это чересчур. Ну и ждем тогда его возрождения. Но пока у нас происходят большие драчки, подать на лешего, лешего убили. Эмбер у нас с байбеком. Кстати, в теории как бы байбек и пойти покушать эти сладкие булочки, может быть, стоило бы Эмбер Спириту, но он этого не делает. Кстати, неплохо так-то, может, в теории маппит. Ой, маппит, рингмастер сейвить против Акса того же. Как видим, Акс напал, там атакует, а там хлобы создается, это коробка с мечами и все. И Акс не может нормально ту дэмэджа раздать, не может на порцию свой финальный запустить, поэтому под сейв герой действительно рингмастер работает очень классно. Пишите в комментарии, кто из вас уже играл на рингмастере, как вам. Или, возможно, у вас в пабе дофига рингмастеров. Ну, подозреваю, что если прям брать в пабе, ну, тем более там, учитывая, что ММР там, ну, не знаю, средний. Вот сколько у вас ММР? Пишите в комментарии, потому что мне кажется, что средний ММР людей, кто смотрит, наверное, где-то, ну, мне кажется, ну, 3500-4К. Где-то вот так вот плюс-минус средний ММР, поэтому я думаю, что в таком ранге пока рингмастеры такие себе. Да, вот на проранге там, на авераге там хотя бы 1008, там уже вот рингмастеры прям красиво тут показывают. А то и больше надо аверагу. Но пониже там, конечно, мне кажется, пока опасно рингмастерами встречаться. Тут вам, конечно, там прям под речком поруинить котелочку, поэтому такое. Так, запускается внутри у нас колесо чудес от Рингмастера, накидывает дэмэдж, убивает двух персонажей дайров, напрыгивает на Рубена, Рубенчик тут тоже будет весьма неприятно, Рубенчик тоже выгребает, Рубенчик тоже будет в таверну отправляться, есть минус. До свидулити, мы сообщаем этому молодому человеку, и вот таким вот макаром он отправляется в таверну. Класс. Четко. Получается четко. Он достал, готовый таверну для имбиря. Нектарин покупает для ТБ. Че я тут испался еще? Короче, этот Мантастайл покупает себе ТБ, а имбирь покупает себе как раз кекторин. Вот. Вот теперь это правильно сказано все. Ну, демонтирую за вышка, вышка будет рассыпаться, вышка минус. В это время улетает нас прочь господин на клокверке. Решил все-таки не задерживаться в этом файте. То как бы могло быть чревато в теории. Могли бы по сраке надавать. Такое. Там тем временем Мантаста покупает себе на Винге. О, тут небольшие крипочки нашлись вкусненькие для имбиря. Имбирь пока пытается это все зафармить, зафармил хорошо. И потом прохлыстали, конечно, но прям убить не смогут. Он пока выпрыгивает проще из этой агрессии, прыгает на него гламур, но гламур его тут тоже не успевает подцепить. Замедление не сильно напрягает Безема. В этой ситуации он отойдет. И Блэккинбар покупает себе в это время Аксятник. Кстати, решил, что БКБшка в этом матче ему будет прям хороша, поэтому и прикупил. Но в целом он прав, тут как бы не поспоришь с ним. Блэккинбар для него выглядит очень даже хорошо и классно. Так, что там еще? Механизм ставится в сборочку, БКБшка ставится для имбиря в сборочку. Про это мы говорили, Аганим Шарт у него хорош, мы про это тоже говорили. Усиливает его врожденный талант. И также усиливает еще ему этот ревенант. Ревенант тоже будет гореть. Доминейте! Наваливает Акс этого тоже. Иди сюда, трипл килл. Топором бы его жахнуть, но не. А, стоп, какой трипл килл? Это была Венга иллюзия. Хе-хе. Отмена. Отмена. Мискузи. Руна щита. Барьер себе нашел Эмбер Спирит. У него двойной уровень барьера. Максимальное поглощение. Перемещается на верхнюю часть карты.
пытается кого-то тут надыбать, но пока безуспешная атака получается для команды. А, нет, не безуспешная. Видно парнишу на Queen of Pain, а там без блокинбара, походу, да, все еще играет, поэтому ее могут поймать на стан, и Юла пошли. Ну, после Юла пытается кто-то прыгнуть, он прыгает или не прыгает, он не прыгает, но при этом он все-таки огрызается и убивает вражеского лешего. Поэтому получается довольно-таки неплохо. Ну, жахнул, это хорошо. Это прям классно, это прям здорово, это прям молодец он тут. До конца устроил гейминг. Так, ставил только что аганим для Эмбера, но он придумывает и ставить себе Шиву. Шива хороша, это будет армор, это будет опять-таки дэмэдж очень крутой против ТБ. По поводу аганима, что дает ему аганим. Аганим усиливает его ультимативную кнопку Fire Remnant и увеличивает дальность до 3000. При этом множитель скорости будет 2, то есть быстрее летают ревенанты. Плюс также будет больше, максимальным зарядом будет их аж... Мегакилл, иди сюда. Так вот, будет их аж 5 штук получается. Поэтому бонусы действительно очень даже неплохие. Минус Уатсон тем временем. Уатсона сломали. Нападают, накрывают дэмэджем в это время Рингмастера. Рингмастер тоже будет тут выгребать. Нажимается с него иллюзия, прошу прощения. И он все-таки тут падает. Это была не Монтастар, понятное дело. Это была иллюзия от... вот этого спла, правильно? А, нет, вот этого спла. Да, от зеркала. Он сделал иллюзию. Прикольный герой на самом деле. Но пока еще бомбит, этот рингмастер все еще без этого. Все еще без талантов. А, не, без этих. Как я скажу, без аспектов. Там написано, что ой, как бы герой новый, мы еще не придумали ему аспекты. Ну, Вэлл, конечно, прикольные. То есть они делали героя, ну, сколько? 9 месяцев, и за 9 месяцев они не придумали ему какие-то аспекты. Ну, как так? Оунич. Происходит на экране. Еще одного вытирают с экрана, а с тем временем еще одного поломали. Да, да, это жестко. Неплохо. Так. Кстати, очень неплохая податливая шмотка для Ember Spirit. Второй разряд данной шмотки снижает броню, замедляет также оппонента. И это как раз можно неплохо комбинировать во время своих фистов. Нападает на Queen of Pain, Копа убила противника, но походу опять-таки ценой своей жизни. Ведь кнопки копы в кулдауне и мега килл забирает себе имбирь. Моментальная месть за павшего тиммейта происходит у нас на табло. Вообще не позволяет здесь вредить противником. Видим. Как-то просто. Ох, снизу что-то. Что ж такое? Я раздевался. Не тогда просто им тут навредить. О, кстати, там падает еще одна новая шмотка. Но уже третьего разряда. А, ну, не новая шмотка, а новая, как в этом матче, я имею в виду. А не новая, как по патчу. На базе. Душат, убивают, изничтожают. Опять-таки настакивается действие данного клинка, и это будет минус рубе. Ну, просто на базе затыкал его и все. Классный классный айтем, плюс 35 урона, а это очень здорово для имбиря. Также увеличивает наносимый урон владельцу на 8%, но в принципе как бы он, ну как бы играет на дистанции, мало подставлять, поэтому пофиг. И также он накладывает еще этот эффект, который увеличивается, ну увеличивает урон. Опа, сбили телепортацию, кстати, неприятненько получается, но не умрет. Монстр килл. А там в принципе команда справляется без него. Команда и без имбиря. Тоже там демаж готов внести. Шива почти готова, кстати, для Эмбер Спирита. Кстати, талант все-таки был прокачан. Добрать это также талант на Флэм Гуард на 10 левеле на барьер. Решил демаж пропустить. Но он в этом матче такой более впитывающий, как мы видим, потому что демажа противника много, поэтому решил так поиграть. Плюсики накачиваются неплохо, падает верка. И получается, взял себе талант еще на фисты. То есть плюс 50 урона к прыжку по героям. На второй спел у него залетает. Альтернатива был дэмэдж к чинам. Но опять-таки чины не так вкусно смотрятся. Посмотрим, что будет выбирать себе краски на 25-м. Я подозреваю, что все-таки талант возьмет себе он, наверное, правый. Два заряда на прыжки как-то интересно смотрится. И вот там спамливаешь в этом лейте. Дэмэджа будет много выдавать. Хотя, в принципе, можно как бы из уменьшения ревенанта взять в теории, но это не так вкусно, не так интересно. Так что ждем их решения. Ну, кстати, в это время нападают на Рошанчика, эти молодые люди решили забить себе камень. Если Рошану. Рошан всего лишь первый в этом матче, поэтому только лишь сейчас себе получают. Решили не на потом его оставить, этого Рошанчика, не спешили никуда. Не летели сломя голову.
Сдались Рошана. И забрали себе такие приятные бонусы. Так, хорошо. Аганим будет тоже фармиться лемба. Ну, конечно, было бы классно, здорово бы выбить Аганим когда-нибудь в лейте. С Рошанчика, но фиг там. Он плавал. Пойдет. Какой он тут недозаработает. Хотя фиг знает, матч может быть затянется. Хотя 15-ка перефарма это уже многовато. 83% насыпает дотом то, что будет от них залетать успех. Полетели. Тори и на базу. Пока тут залетают эти парни, немножко штурмуют краски вражескую территорию, распрыгивается имбирь, пошел там еще подрезать пачку для себя дополнительную, чтобы крикочка в себе подзаработать. Ну и бабосик потихоньку капает в карман. Так, ну что, пуш погнал у нас уже тем временем. По данной позиции попытаются это парни подломать как можно скорее. В это время у нас нападают, еще поджигают Рубенчика. Рубенчика было неприятно, есть отказ от скринов Пейна, бивает дэмэджа в Рубена. Рубен пока там подвыгребает, есть дэмэджа, прибывает в это время еще имбиря. Имбирь теряет свои егис, так, а нужно бы его подсейвить. А если у него реминант, есть куда прыгать, пока он в принципе прыгает на скринов Пейн. Попутно ее пробивая, она разводит ее на блокинбар, смещается к своей команде. Есть парочку ударов, вот ТБ, ТБ там еще и замедляет, там у него также имеется скади. Распрыгивается Эмбер Спирит, падает еще один, и дополнительный дэрс пошел еще в сторону вражеского рингмастера. Рингмастер тоже отправляется в таверну, еще одного ТБника уничтожают, и вот так вот оно все происходит у нас на мониторе. Так, демонтируются бараки, разбивается строение, разбивается территория. Какой огромный клинок от Маппет Мастера вонзается в лицо вражескому Эмбуру. Это было неприятно, это было больно. Набивают дэмэджа и изничтожают в это время Акса. Акс из Under Attacks. Акс и в таверну улетает очень просто. Набивает дэмэдж по вингейвингу, а тут тоже выгребает, распрыгивается имбирь, напрыгивает дэмэджа на противника, есть дэмэдж уже прямиком под вражескую вышку, Т4, даже по трону, этого тоже, и минус готов. Хорош, 18-1-20 у Эмбер, какая же активная дота от BZM, ну боже дар, конечно, прям максимальный перформанс выдает в этом матче, очень много, где был, очень многое видел, очень многое показал в этом матче, здорово, приятно. Тут в целом без претензий. Его перформансу действительно показывает очень неплохую дотку, как мы видим. И все. И монтаж уже пошел по вражеским строениям. Душатся змеюки эти. Разбивает потихоньку вышки. Ну и все. Без ГВП получается. Ну молодцы, классная катка. Мне с вами понравилось. Конечно, еще не конец. Возможно, еще будут отбиваться парни из команды Дайеров. Там, в принципе. Сейчас в теории могут подавить под трон. Даже под фонтан. Могут подавить парни с команды Реддина, там их поймают, там их убьют, там они пока возродятся, потом, возможно, подождут еще одного Рошана. Ну, кстати, такая типичная катка из паба. Поэтому, может быть, еще потом парочку минут мы с вами посмотрим на матч. Вообще, было бы неплохо пойти восстановиться, закупиться команде BZM, и потом уже возвращаться и заканчивать данную котелочку. Так, опять-таки, пишите в комментарии, какой матч записывать еще, какие герои вас интересуют, какая позиция. Ну, опять-таки, чаще все-таки смотрят не на суппортов, чаще смотрят на кор-позиции, суппорты не очень как бы собирают просмотры. Ну, опять-таки, если судить по статистике, учитывая то, что я уже много раз записывал видосы подобного формата на тот же канал HMMR, ну, самый популярный вариант записывать пуджа. Ну, наверное, записывать пуджа прям каждую катку будет неправильно, да? Или правильно? Пишите комментарий. Но пока набивает дэмэджа, пробивает в это время у нас Эмбер Спирита, накидывает дэмэдж на Кинофпейн. Кинофпейн пытается бежать, уворачивается и отступает прочь из данного замеса. Пробили лишь Рака, лишь шаг отвалился, есть этот минус. Еще там один фраг у нас произошел тем временем, наваливает и убивает еще одного. Есть уже Deadlight новенький. Превосходящий богов BZM у нас снова тут играет. Ну, было бы очень круто рэмпашкой заканчивать катку, но вот рэмпажа все-таки, наверное, тут ему не буду сделать. Было бы, конечно, кайфово. Пашка такой, бля, погнали. Эх, рэмпадж. Круто. Ладно. Так, 53-31 у нас счет. Очень много фрагов. 84. Да, такой кибер. Сейчас ты увидишь. Хотя в памяти, наверное, это даже больше и норма. Или не норма.
Так, ладно. Ну что? Что еще? Да ничего, в принципе, 27 левел уже есть у Эмбера. Докачивать таланты уже, которые не были вкачаны во время получения, скажем так. Предметы отличные, плейстайл интересный. Он на этом герое грандмастер, поэтому как бы максимально знает, как на нем играть. И проблем у него абсолютно не возникало с этим персонажем. В принципе, кайфовый кат. Получилось. Ну, были ли шансы у противника? Да, в целом были там. Как бы они делали некоторые моменты неплохо, но вот Клопа, конечно, очень плотно ник проиграла. Это, конечно, дало очень лютый буст для Эмбера. Ну и опять-таки Винга. Винга, корпозиция, ну, хз. Чисто в стиле Нави проиграли. Ну такое. О, тут еще и Bloodstow. Приобретает себе данный парниша. Решил, что Bloodstow. От него тоже будет очень даже неплохо смотреться. Ну, в целом, почему бы и нет. Так, это действительно хороший айтем для этого персонажа. Ну, кстати, Турментера было бы неплохо тоже подубить, ничего бы нет. Раз уж тут уже все находятся, раз уж сюда подошли, то можно и забрать. И огонь шар падает в копилочку для Лешего. Ну, в целом, как я и говорил, у нас в теории могли бы тогда заканчивать парни, но чутка поддавили, там патрон заползли, и там патроном чутка задержались, и поэтому нужно как бы, ну, там, подождать своих тиммейтов и потом уже думать о совершении данной катки. Ну вот и все. Вот и все. Вот так вот. Я вообще в планах, я хочу сейчас сегодня, ну сегодня как часов 20-е. Хочу сегодня позаписывать ролика побольше, потому что вот бывает момент, когда у меня там вырубают свет, и я не успеваю там тайминг ролик записать, поэтому сейчас пока есть свет, позаписываю роликов, наверное, наперед, чтобы позаливать. А то как-то каждый раз, когда делаю запись, обещаю вам, что запишу роликов как бы на, ну, на много времени вперед, то буду выпускать ролики каждый день, а потом как бы хоба, и максимум пока... Мой стрик два дня подряд выпускать ролик, что как бы неправильно, надо как бы соблюдать свои обещания все-таки, а не вот так вот делать, как я делаю. Так, у нас там тем временем намечается, возможно, какая-то небольшая драка. Запускается Шива с Гуард, наваливает демор, пробивает Рубенчика. Рубченко у нас там пока получает по лицу, есть кукшот, подкатывает квакер, тем временем выпускает топор войны похоронил Рубик падает без байбека. Давайте посмотрим байбеки, это максимально важно. Один байбек у Винги остается у парней из команды дайеров, хотя байбеков у Рэдиантов тоже немного, но опять-таки у них дохера перефарм, поэтому как бы и пофиг, что байбеков у них маловато. И изничтожают еще лицо у нас по рингмастеру, падает у нас Куклач. Вот так вот Куклача закуклили. Ну и все. Не смогли тут дать нормальный последний бой парни из команды дайеров, всей видимости. Хотя нет, есть волевой байбек. Посмотрим, на что же он повлияет. Смогут ли с этим байбеком что-либо организовать данные молодые люди? Запускается раскастовочка от Квин оф Пэн. Смещается Винга. Пошла в агрессию. Влетит хукшот. Винга максимально борзо играет. Холд позишн для гламура. Наваливается каграунд АТБ. Пытается нам уже выносить по оппоненту. Есть у нас еще одно изничтожение для Эверспирита. Пробивается в это время Акс. Акс там под атакой, Акс там походу тоже будет выигрывать, а будет минус, и еще одного жахнули, и это просто вытирание. Это просто вытирание. Good game, well played. Победа команды BZM. И это идеальная катка 22-1-27. Ни хрена себе, скажу я вам, 49 кд, это вам не шутки. Вот такая вот катка. Ну вот каждый, кто поставил палец вверх, желаю, чтобы каждая ваша катка была как минимум с таким КД. А она даже лучше. А если будет лучше, то скидывайте скриншот на вашу катку. Ой, не скриншот, в смысле этот, как его? Код. Ну, ID вашей катки скидывайте в комментарии. Если вы сыграете круче без ЕМА в этом матче, то я тогда следующий ролик запишу с вашей каткой. Ну, на обзор, получается. Так, смотрим тогда уже финальную статистику и будем прощаться. Напоминаю, что когда данное видео наберет 100 лайков, я еще и разыграю, знаете что? Я разыграю шмотку качества Immortal. Комментарий 3 слова, лайк поставили, сотку набрали, и кто-то из вас в комментариях на рандове получит себе шмотку. Так, идеальная катка от Ember Spirit получилась, даже 28 у него получилось. А, стоп, он еще парочку фрагов в конце сделал. 22-1-28 на Биши Дота. У него когда? То есть 50 когда? Уф. Так, 68 кд дэмэджа он в этом матче выдал.
Довольно-таки недурно отыграл. Ну, одна смерть там была, когда ему Godlike сбили, когда там парни начали вперед прям жестко-жестко давить. Ну, в принципе, было и было, ничего страшного. Одна смерть, когда не портит. Потому что у нас что? У нас как когда считается? Поделить нужно ассисты плюс фраги на количество смертей. Если как бы смертей 0, то просто не делите. Если смерть одна, то делить на 1, и как бы получается так же, как 0. Поэтому когда идеальное. Так, ну все, тогда лайк, подписка, колокольчик. До скорой встреч. Пока-пока.